Она уже вовсю лопочет. И Ларе Оливы еще и двух нет, но в августе ее уже ждут в садике. А недавно сделали первую прививку. Хотя еще год назад ни о садике, ни о прививках не было и речи. Семья жила в страхе перед будущей операцией. У малышки оказался врожденный порок сердца. Денег на хирургическое вмешательство не было. Почти 300 тысяч рублей за несколько дней собрали зрители телеобъектива. На здоровье теперь вообще никаких нареканий нет. В поликлинику вообще раз, наверное, в два месяца ходим, только чтобы провериться. Не болеет, растет, развивается, все отлично. Бессонные ночи после операции у Ларе долго держалась температура, давно в прошлом. Сегодня Наталья вспоминает только одно – ощущение счастья, когда ей сказали, что дочь здорова. А еще чувство благодарности, которое испытала к абсолютно незнакомым людям, что пришли ей на помощь. Ой, Зебу, убежай мою. Ой, давай беги мотика попросим, он нам ее поймает. Эй. О том, что ее сердечку тоже нужна помощь, Варя не знает. Походы по врачам ее пока не очень пугают. Откуда трехлетке знать, что такое порок сердца? А вот ее мама уже несколько месяцев не находит себе места. Семья Вари меньше года назад переехала в Россию из Казахстана. Получить гражданство до сих пор не могут. А без него ни мама, ни папа, ни бабушка не могут устроиться на работу. А Варю не берут в садик. Но главное другое. Варе не могут сделать операцию, которая ей жизненно необходима. Ну, просто как-то всегда смотришь вроде там и в интернетах то, что детишки как-то и никогда не думаешь, что тоже столкнешься. Диагноз Варе Щегловой поставили уже в Саратове. Делать операцию, говорят врачи, придется на открытом сердце. По-другому никак. Под общим наркозом в условиях искусственного кровообращения. То есть мы на этот момент отключаем сердце. Вот, и производим мы манипуляцию. После этого опять-таки его подключаем, и восстанавливается, и все остальные, все идет в плановом порядке. 225 тысяч рублей. Именно столько требуется на операцию Варе. Но без паспорта гражданина Российской Федерации родители девчушки не могут оформить даже кредит. Когда взрослые получат заветные корочки, может быть, уже поздно. И в сердце Вари произойдут необратимые изменения. Но ваши СМС на номер 5542 могут совершить чудо. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Как только сумма будет собрана, Варю прооперируют. Операция не будет легкой, но после нее у этой девочки появится шанс быть здоровой. Ольга Маркова, Игорь Шишилин, новости «Телеобъектив».